Привет, с вами Ренчмен. Это обзор на 631 главу. И с чего хочется начать, так это браво, браво Кишимото. Это была глава очень крутая, очень интересная. И вот все, что там происходило, мы ждали уже очень и очень долго. Настолько долго, что сами уже забыли, чего мы ждали. Первое, это, конечно, 4 Каги. Ну, мы их не так долго ждали. А вот воссоединение команды Сакура Наруто и, конечно же, Сакура Наруто и, конечно же, ну, длинноволосый, крутой, хочу сказать, брутальный, но не очень брутальный, но, в общем, Саски. Вот, наконец-то они тут воссоединились и... Да, это была просто шикарная глава, она историческая, ее, наверное, можно так назвать, потому что вот с самого второго сезона все этого ждали, и тут это свершилось. Ну, прям круто. Глава была очень интересной и смешной, что самое главное, то есть Кишимото прям, как обычно, органично нам связывает что-то эпичное, что-то смешное. Когда появились все 4 Каги, там у Шиноби были лица типа «Что? Ядрёный батон, что это такое вообще? Что за... Что это такое?» Да. Когда Мадара увидел первого Каги, это тоже было очень эпично. Мадара прям опять ожил, у него эмоции появились на лице. Как там заорала, это ты. Ну, наконец-таки мы сейчас сразимся, и первый просто эпично. Да ты вообще заткнись с тобой, Карапуз, мы потом поговорим. Ну, поговорим, да. Вот, это было очень смешно, и у первого типа лица... Что? Ты охренел? Да, это было тоже очень круто, очень эпично, и прям... О-о-о. Да, кстати, если вы заметили, то ну, с последних глав Мадара, он уже не такой эпичный, как вот был в начале. Если в начале у него был просто покерфейс, он как, не знаю, как скала, так эпично стоял, собрав руки, то теперь мы, ну, во-первых, мы видели флешбэк с ним, то есть мы уже знаем его прошлое, то теперь он уже не такой эпичный, кажется, согласитесь. Нам его как-то принизили, если сначала это был просто мега-мега крутой чувак, просто самый, наверное, крутой, то теперь это, ну, да-да, крутой чувак, но уже такого прям эпика не ощущается, как раньше. Отдельно хочется сказать про золотой покрой у четвертого, ну, я имею в виду этот рейдж-мод с чакрой Лиса. Ну, сначала, да, это было неожиданно, и типа подумал, что, как, откуда у него эта чакра, но как бы все получается логически. Возможно, эта чакра, когда он запечатал Лиса в Наруто, то просто часть чакры, скажем так, он запечатал в себе. То есть у него не так много чакры, как у Наруто с Лисом, но какая-то чакра у него есть. Ну, согласитесь, это логично, то есть из этого можно сделать два вывода. Первое, это то, что он настолько крут, что вот его только воскресили, он сразу овладел этой чакрой, Наруто там долго-долго мучился, а это просто взял и золотой режим врубил. Вот, то есть он прям очень-очень крутой. И второе, что я хотел сказать, я уже забыл, запамятовал. Получается, что пока все эти 4 Каги дружно добирались до места встречи, они разрабатывали план, то есть они там бежали со скоростью света и плюс еще план разрабатывали, потому что когда они пришли, они прям в мгновение ока ну, не запечатали Десятихвостого, но уже начали запечатывать Десятихвостого, то есть они просто как мега ультимейт комбо какой-то сделали, ну, на то, как бы нам и показывать, что это 4 Каги, это, скажем так, 4 великих чувака из одной деревни, которые умеют работать в кооперативном режиме. Сказал бред, хотя нет, все по делу сказал. И, конечно, нельзя не упомянуть появление Саски. Это было просто шикарно, потому что ну, во-первых, я не могу это не сказать. Он когда появился, первый кадр, а Наруто как бы стоит на заднем плане, он стоит на переднем плане, так перепрыгнул и прям эпично показывает зад Наруто, типа, я круто, ты вот смотри на это. Потом начинает говорить слово за слово, и оказывается, что Саски хочет стать Хокаге. Да, вы не ослышались, он хочет стать Хокаге. И у всех просто лица типа... Ну, это первая реакция была. А вторая реакция... Да ты что, блин, ты охренел, ты убил, ты там это сделал, да пошел ты знаешь куда. То есть, ну, логично. Блин, ну это реально, как бы это очевидно, то, что предсказуемая реакция, понятно, но, блин, это же так смешно, это так прикольно и так весело. Да, это было очень-очень-очень круто. Саски просто с покерфейсом стоит и... Да мне пофиг, что вы думаете, я стану Хокаге и... Я очень крут, поэтому пофиг на ваше мнение, я стану Хокаге. Именно так. Еще был интересный тонкий момент, прямо на самой последней страничке, когда Саски и Наруто ринулись вперед, чтобы надрать плохим парнем попень, и сказали: «Сакура, ну ты пока в сторонке постой, мы там разберемся, ты нам ладушки испеки». Вот, и Сакура такая: «Да не-не-не, вы что, вообще офигели, я тоже с вами, я сейчас чуть чакры подкоплю и вообще там мега крутую технику вам покажу». Что тут крутого? Ну, если вы вспомните, то с самого первого сезона Сакура была обузой. То есть она, ну, блин, реально, ты просто смотришь и думаешь, ну, нахрена она вообще нужна? То есть она всех бесила, она ничего не умела. Это, ну, просто какой-то раздражитель был. Вот сейчас она уже подучилась, стала крутой. И вот сейчас как бы нам показывают, что спустя столько лет она все-таки выучилась, стала почти как Цунада. Ну, конечно, Цунада ей далеко, но в потенциале, я думаю, она станет даже круче.
Вот. И мы видим эту великую тройку, которая прокачалась, причем прокачалась до максимального левака, наверное, ну, почти до максимального. Вот, стала мега крутой и надерет 7 попку. Собственно, наверное, по главе все, потому что, ну, могу сказать, что будет в следующих главах, но, по-моему, это очевидно. Нас ждет прикольный крутой бой. Как это все разовьется, конечно, Кишимото нам вряд ли все просто это сделает. Будет много еще хитросплетений. Интересно, как он закончит бой Какаши и Обита. Отдаст ли Обита ему глаз, или что-то будет не такое предсказуемое. В общем, наверное, по голове, да, все уже, больше нечего сказать. Так что, если вам понравился обзор, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, кидайте мою ссылочку, и мы говорите, о, это крутой чувак, посмотри. Ну, собственно, вот так вот, да, если вы еще не видели мои крутые принты, там, футболочки, рубашечки, джемпера, то ссылочка есть снизу под видео, и также ссылочка есть снизу под видео на крутую белую маску, Обита, на самую последнюю версию ее. Это аниме-магазин, собственно, если хотите ее приобрести, то щелкайте там, поищите в разделе Наруто. И давайте, пока. Надеюсь, вам понравился выпуск.